признав факт, что у нас был сегодня интим, да ты... Да не было у нас ничего, не было! Ты тем самым признаешься, что у нас с тобой искренние и полноценные отношения. Я даже вот это вот не поведу за то, что ты меня хочешь спасти, якобы, чтобы я согласилась с этим. Нет, Коля, не соглашусь. Мне не нужно от тебя помощь твоя, мне не нужна. Я сейчас свободная девушка. Я одна, и я буду отстаивать себя одна. Зато честно, я за искренность, за настоящие отношения, за любовь, понимаешь? Если ты за искренность, тогда признайся, что интим был, и тем самым ты докажешь, что наши с тобой отношения искренние и полноценные. Тебе говорю, я вчера от тебя отказалась, говорю, что я не хочу с тобой быть. Ты что, меня не слышишь или что? Я люблю другого человека. Это ты меня не слышишь. Я ему не изменяла, у меня только с ним был интим, и никогда жизни не изменю. Короче, мне подстричь надо.